году только успевали муку подбавливать. Штук 15, когда она за раз слопала. Да, 15-15 с этого, с подоконника собрали. Стихнасит, хавает на самом деле, она в шоке. Теперь на апатии. Курицу тоже дают или только цыплят? И курицу, и цыплят, и то, и другое. Ага. Только там надо менять всего, что буду. Так много у вас на содержании-то живет, нет? Ну вот в Харькове у нас вот за зиму собирается до 500 штук. Ёлки-палки, еще так все вручную кормите? Да, ну у нас просто несколько специалистов, студенты, юнаты. У нас там разветвленная сеть. Че, анализы делаете всякие, все? Нет, анализы не делаем. А как ему анализы? Внутри видно кровь, не видно. Голову отрежешь, и можно сделать. Ну вот голову мы отрезаем у дохлых, особенно у поздних, ну то есть у всех, у кого возможно бешенство, и отправляем на анализы. Много бешенства встречается? Встречается. Но не очень много. Че? Да, давайте еще. Она съела, походу. Съела. Да. Кусочек. Чуть-чуть надо. Ну, вообще, да, вот, деле кормления летучих мышей, главное, это терпение. А кто содержит всю эту вашу организацию? Ну, ой, сначала. Ой, как шипит. Больно стало. Ой, больно как стало. Шипит. Болит. Да, что-то там просто с ним. Болит все. Не ангины, наверное. А я вот просто не знаю, как бы, вот антибиотики на такую маленькую эту давать. Не знаю, в каких количествах, что, как. Надо ли вообще? Палец. Аккуратно. Нет, там нет, здесь ей просто в тепло надо посадить, чтобы она теплее посидела, отъелась, у нее все пройдет. Здесь антибиотик смысла не отдавать. Ну да, просто. Окей. Ну тогда я покормлю, пока она не... Максимум что, байтрил можно, конечно, он такой гадкий. То есть вот эту штуку, которая вот этот зоофобус, макать не просто в воду, мучняк. А в воду зоофобусом больше. Ага, а что это? А, заходу, да, больше, он же такой коричневый еще добавил. Mm-hmm. Это я даже не знаю. Он толще это больше. Это мучная челюсть, что ли? Да, личинки мучного хрущака. Покупаете или разводите сами? Вот это я из зоопарка взяла. Здесь у меня вообще ничего нет. То есть все мои как бы мощности, вся моя команда, вся в Харькове. Это просто мне вот Таня сказала, что появилась вот мышка и не знает, что с ней делать. И... Ну да. Точно не знаю, что с такими делать. Я даже не знаю, как ее и взять вот я тонком. Побежала в зоопарк сегодня, вот чуть-чуть взяла, видите, мучняка. Завтра еще немножко возьму. Ну, с удовольствием она ест. Ну да. А здесь в Питере что делаете? Учусь на биофаке, в магистратуре. Мне нравится эта хищник. Она пинцет зубы не поломается. Она начала кушать. Да, это, ну вообще она как бы выглядит плохо, но очень по поведению плохо. Она мне нравится. То есть, если она с таким аппетитом ест, да. Значит... Надежда есть на успех. Подбирает. Ну, я говорю, у нас в том году тоже с таким аппетитом все ела, и потом на тот свет ушло. Да, вот которая какая-то... А, нет, не да, видела. Да, с коронными крыльями все, была. Там просто нужно вот выгадать момент, когда она уже наберет достаточно вес для того, чтобы ее можно было заложить в спячку. Нет, там лето потому что... попало. А, Она говорит, у нас все было для нее. А спячку как зафигачиваете? Да, в холодильник просто. Эти в холодильник? В обычный пищевой холодильник? Да. Да? Так я же так показала. Внизу тортик стоит, все кумышки лежат. Десятки. Ну, да, да, там снимали про нас там все новости. Сюжеты с удовольствием там заглавливали их, там мышь в холодильнике повесилась. А у нас вон это сама параша лежат в холодильнике, мотыли рядом, масло с сыром. Ну да, уже нормально, да. Типа, а этот храпит на всю комнату. Сенька храпит, Алис фигачит все миски его. Паразит, да. Молодец. А потом как Сеня хорошо поел, да? Да. Потом, ой, Сеня корм съел. Это Лис, наверное, съедает. Нет, там-то Сеня съем, потому что Сеня весь день закрытый был. Это вообще я уже вечером. Закрытый даже.